ребята дождались, и к нам пришел один из представителей одной из крупнейших ритейл-сетей России. Валерия, скажите, пожалуйста, какие сейчас тенденции существуют? Я готова рассказать относительно тенденций на здоровый образ жизни. Мы с большим воодушевлением смотрим на то, как наш покупатель себя ведет в этом отношении. И 60% наших покупателей действительно хотят вести здоровый образ жизни. И хотят покупать продукты питания, предметы ухода за собой, за домом, которые содержат как можно меньше химии и вынуждают их, скажем так, следить и осознанно покупать именно то, что позволяет им вести здоровый образ жизни. Конечно же, мы готовы сейчас отвечать на эти их запросы и формируем для них как раз такую корзину, такое предложение, как в наших больших магазинах, это гипермаркеты или Магнит Семейный Плюс, Магнит Семейный, так и в небольших магазинах. Например, мы сформировали уже такие предложения по органической бытовой химии в Магнит Косметик. Это можно найти уже в 3000 наших магазинов. И сейчас будем формировать такие же предложения в магазинах у дома. Также мы сделали для наших покупателей, пользующихся нашей новой системой лояльности, сделали клуб здоровых привычек. И эта система лояльности сейчас будет распространяться по всей стране, потому как закончился ее пилот на 3 больших областях нашей территории, нашей страны. А вот хорошо, что вы затронули систему лояльности в Магните. Сейчас падает покупательская способность по всей стране. Как с этим работает такая крупная сеть, как Магнит? Магнит изначально позиционировал себя как магазин недорогих цен и работает с населением с средним и ниже среднего уровнем дохода. Поэтому, конечно, то предложение, которое Магнит формирует сейчас для наших покупателей, оно, ну, скажем так, оно пользуется, тем не менее, спросом. Да, средний чек в Магните достаточно невысокий, но в этот средний чек наш покупатель может включить фактически все необходимое для того, чтобы обеспечить себе то существование, которое он хочет. И в том числе мы на текущий момент в этой же ценовой категории делаем и предложения по поддержанию здорового образа жизни, и по продуктам здорового питания и так далее. Валерия, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.